Дважды на те же грабли. 21-летний ангарчанин снова попал в поле зрения правоохранителей за распространение материалов экстремистского характера. Первый раз его задержали 5 лет назад за размещение в социальных сетях скандальных роликов. За возбуждение ненависти парню назначили 300 часов исправительных работ. Наказание, видимо, не подействовало. В июне молодой человек разместил в интернете видео, в котором иностранец использует православную икону в качестве инструмента для ремонта. Распространил на используемой им личной странице в социальной сети ВКонтакте в открытом доступе материалы, содержащие информацию унизительного характера по отношению к верующим христианских конфессий. Тем самым молодой человек совершил публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Теперь парню грозит уже реальный срок до 1 года или внушительный штраф до 500 000 рублей.